чаще улыбаться. И ценить. И ценить, да, ценить то, что у тебя есть. Величайшее мастерство – работать с людьми, но у нашей героини это получается с легкостью. Несколько лет назад Людмила Лернер посвятила себя общественной деятельности и с тех пор ни разу не пожалела. Сегодня ее узнают во всем Ленинском городском округе. А все потому, что женщина помогает людям разбираться в одной из важнейших тем – в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот уже более 5 лет Людмила Лернер возглавляет местное отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Мы проводим уже 4-й год обучающие семинары про ЖКХ. Мы ездим по микрорайонам, чтобы жителям было, да, в шаговой доступности от дома, чтобы люди могли прийти и узнать. Дарим бесплатно учебник по ЖКХ. Отвечаем в конце, после лекции, на все вопросы, которые жители интересуют. Для чего? Потому что у нас Ленинский городской округ занял 1-е место по поводу нового жилья. И, естественно, это новостройки. Много жителей, они многоквартирные, и очень много вопросов. Рецепт взаимопонимания с людьми для Людмилы Лернер прост. Общение. Много общения. А еще терпение, аргументы и законодательные доводы. В ее команде масса помощников. Говорит, один в поле не воин. Доверяет людям и не боится давать важные поручения своим соратникам. Я очень люблю жизнь, я люблю людей. Мне доставляет удовольствие общаться с людьми. На работе приходится задерживаться, выходить в выходные. И даже свой отпуск я планирую, когда нет ни выборов, да, ни голосования какого-то, ни каких-то вот управдомов. Моя личная жизнь мне не принадлежит, к сожалению. Деятельность ассоциации – далеко не весь перечень общественной жизни Людмилы Лернер. Много времени отнимает общественная палата округа, где она занимает должность заместителя председателя. Несмотря на все достижения, у нашей героини грандиозные планы. Делится, что лучший день еще не прожит. Но без мечты как жить? Надо всегда ставить такую цель, которую так легко, ну, нелегко достигнуть. Пусть это будет маленьким секретом. Ну, конечно, это прежде всего научить всех жителей разбираться, читать, уметь читать единый платежный документ. Там ничего сложного нет, пока сам не вникнешь. Я же тоже не занималась раньше сферой ЖКХ, моя жизнь не была с этим связана. Ну, судьба так сложилась, что мне пришлось. И за эту работу денег не платят. Это просто такой стиль жизни – помогать другим людям. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.